школы. Александр Александрович Федоров, ректор Белгородского государственного университета Никодима Минина. Вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, в каком размере, во-первых, оказывается материальная поддержка? И можно ли получить оплату частью на платную? Вы знаете, вопрос не стоит так, кто ее может получить. Ее может получить всякий, кто занимается наукой. Вот это вот очень важная и существенная вещь. Кто имеет хорошие результаты, выполнил нормы, которые были заявлены в стипендии, имеет рейтинг публикаций, серьезные рейтинговые публикации ведущих журналов. Вот это вот важная вещь. На данный момент образовательные стипендии составляют 3000 рублей. И речь идет о том, чтобы довести ее действительно до такого уровня, когда можно будет говорить о существенном материальной поддержки. Вот когда я ее получал, это был 96-97-98 года, она действительно позволяла возможность чувствовать определенную финансовую независимость, что очень важно для человека, занимающегося наукой. Все, коллеги. Все, спасибо.